Всем привет, с вами Вета, я продолжаю играть в Sims 4, и это уже четвертая серия моего летсплея по университету. И нам тут предлагают, вступить в студенческое общество, группу по интересам. Это, я так понимаю, оно. Ну, надо будет нам это с вами поизучать наверняка. Так, и Миранка у нас уже спешит, торопится на занятия, но, походу, она сегодня... Придет с опозданием, причем с довольно-таки сильным опозданием. Я не знаю, как так получилось, но когда я зашла в игру, ей до занятия оставалось 9 минут, и мы как бы чисто физически бы просто не успели. Так, Мигель у нас завтракает тем, что в понимании разрабов называется рулетом из пиццы. Вот крутой рулет из пиццы, да, я оценила лично. Так, студенческие общества. Мероприятия, клубы, общество. Не знаю я, если честно. Общество искусствоведов. 4 часа гильдия ораторов. Ну, в общем-то, все то же самое, что и было у нас. Ну, на гильдии ораторов мне уже надоело ходить, так что мы сегодня сходим куда-нибудь в другое место. Нам тут мешает наш сосед. Если честно, он меня уже задолбал. Чувак, ты ничего не попутал? Господи, мне кажется, я этих соседей просто нафиг переодену. Просто потому, что, ну, вы видели, это розовая юбочка. Просто вообще шикарно. И он, конечно же, у нас сердитый, он тут поругался с соседом. Ну, нафиг этого соседа, давай лучше заниматься своей презентацией. Давай попробуем порепетировать. Так, провести курсовую презентацию. Не знаю, можно попробовать ее порепетировать. Так, Мирана трудится достаточно хорошо, но другие студенты учатся с большим усердием. Так, и блин, у Мигеля уже занятие через час. Да что ж такое-то? Я вообще абсолютно не успеваю. Давайте попробуем прийти на консультацию. Вот, что я давно хотела попробовать. Я хотела попробовать посетить консультацию. Плевать, что мы хотим жрать. Как бы учеба превыше всего, что вы хотите. Так, у нас занятие 3 часа и... Домашка у нас, блин, не сделана. Это плохо. Вообще, сегодня хочу посвятить день исключительно курсовым и домашним. Так, Мигель, давай-ка ты у нас поднимешь свою жопку и пойдешь все-таки на занятия. На, учеба это, конечно, просто жопа. Мы нифига не успеваем. Я, кстати, даже не видела, как он репетировал. Спросить мнение этого соседа. Ну, это хоть нормальный сосед. Но только не говоришь, что ты в пижамке поедешь. О боже, дорогой мой, ты серьезно? Это просто картина маслом. Я думала, что более чем соседом в юбочке меня уже ничем не удивишь. А нет, смогли. Занятие через 9 минут. Походу, мы сегодня вообще облажаемся по всем параметрам, да, Мигель? Смени одежду, я тебя прошу. А, то есть вот оно оказывается. То есть пойти на занятия в университете, это можно просто на Симона крикнуть было, да? Я просто фигею, если честно, с самой себя и с игры. Так, успехи на курсе. Хотите узнать о своих успехах на курсе жевания и изучения вкусов? Вы отлично справляетесь, учитывая, что до конца курса осталось еще несколько дней. Продолжайте в том же духе. Так, работу необходимо сдать через несколько дней. Если вся работа такая же интересная, как и все показанные материалы, вы наверняка получите высший балл. Угу. Так, о жевании и изучении вкусов нам нужно сдать курсач. Ну ладно. Ну ладно, у нас занятие через 2 часа, и я предлагаю нам... сделать домашнее по бликблоку. Давайте. По истории в виде игры бликблок. Она уже успела где-то достать бутерброд и уже хомячит вовсю, как мы видим. Она явно недовольна вообще тем, что происходит, но что поделать. Мир суров и жесток. Я тебя умоляю, переоденься. Или ты решил произвести впечатление на преподавателя? Или у тебя там одни женщины преподают? Я, конечно, не в курсе, но всякое может быть. Так, здорово, сосед. Такой посмотрел.
Так, и занятия у Мирана начнутся через час. А Мирана у нас решила отправиться раньше на занятия. Мить, какие умнички, а? Какое там свободное время? Какие там занятия спортом, если... Чего? Женщина, ты не перестаешь меня удивлять. На кой черт ты поехала в общагу, припарковала там велик, за тем, чтобы отправиться на занятия пешком и... О, боже. Она еще более нелогичная женщина, чем я думала. Спасите, господи, боже мой, от этих симов. Что вы творите, боже мой? Да, меня сегодня уже точно ничему не удивишь. Я уже все, я просто уже зависла. Там какой-то сим идет высокомерной походочкой. По-моему, это ландграб идет. Да, это Малкольм Ландграб. Хотя, стоп, он же подросток. А подростки в четверке в универе учиться не могут, как мы знаем. Что у Мигеля? У Мигеля дискомфорт от микроволновочной еды. О, братик пришел. Так, ну хорошо, давайте попробуем его отправить на консультацию какую-нибудь. Давайте попробуем сила воды, допустим. Миран отправляется на занятия. Пойдешь на консуль? Ладно. Я вообще не понимаю, типа, зачем нам управлять симами, если они сами тут что-то без нас делают, да? Ладно. Делай домашку. Причем он делает домашку именно по тому предмету, который у него только-только через 5 дней. То есть, по идее, мы сейчас должны вообще отправляться в общагу и идти на, корпеть над своей презентацией. Это что же сейчас был за какой-то глючок? Вот ужасно большой минус в том, как Сима катится на велике, это в том, что камера постоянно куда-то уезжает, куда-то наверх она съезжает, и это просто вообще невозможно. Ладно. Давайте посмотрим, что мы еще можем сделать с этой презентацией. Давай попробуем спросить мнение, например, у... Ну, давай у нашего соседа спросим, что ты думаешь, чувак. Вот этот вот... Парнишка в юбочке. Не особо он мне нравится, если честно. Так, хорошо. Провести курсовую презентацию. Презентации, ага, то есть мы, по идее, можем ее уже сдать. И, конечно же, я профукала все это дело. Ладно, давай попробуем ее улучшить. Так, Амиранку мы сейчас отправим писать курсовую. У нас хоть есть на чем писать? Скажите мне. Вот, да, у нас есть компик. Давай. Университет, курсовые задания. Курсовая работа. Писать. Давай по жеванию напишем. Господи, опять она жрать пошла. Женщина, тебе за фигурой как бы надо следить, ничего так? А ты все жрешь. Нездоровая пища, слишком много блюд для быстрого перекуса или десертов. Ну, а что хочешь? Ты в общаге живешь, родная. Как бы по-другому никак. Ладно, в принципе, мы это сделали. В принципе, я думаю, можно будет попробовать на следующий же день ее сдать. Я не знаю, может, если получится, мы сегодня 2 дня проиграем. Ну, или как-то так. У нас уже, однако, 5 вечера. Уже скоро потихонечку начнет темнеть. Господи, что ты сделал? Что-то он сделал такое интересное. Я, конечно же, все пропустила. Да все, сейчас пойдешь помоешься, не переживай. Я вообще его хотела отправить присоединиться к спортивному клубу, но такое чувство, что не сегодня, не сейчас. Ты чё не пишешь? Ты чё не пишешь? На, пиши. Это как вообще понимать? Хорошо, ладно, давай, допустим... Как это понимать? Подождите, как это понимать? Вы понимаете, в чем проблема этой женщины? Проблема этой женщины в том, что она пришла, поставила, значит, велик в коридоре и ругалась на него из-за того, что не могла пройти из-за него к компьютеру и вообще не могла пройти в эту комнату. Вот что за нелогичная женщина, я не понимаю. Член общества искусствоведов к нам тут пришла. Я бы, на самом деле, сходила бы на собрание их, так сказать. О, пришел, смотри, смотрите, пришел смотреть, как мы тут, значит, репетируем. От нас тут уже пованивает так изрядно, но мы... Мы не сдаемся, да.
В принципе, я считаю, что он умничка, он молодец. Качество плохое. А почему плохое, кстати? Вот это что-то мне не нравится. Ну ладно, отправим его принять душ и, значит, будем улучшать, раз у нас качество плохое. Качество плохое нас не устраивает, конечно же. О! Хавчик! У нас откуда-то взялся хавчик. Вилдер. Это вот этот вот странный мужик в юбочке. Он приготовил нам пожрать. Он умничка. Это очень мило, на самом деле. А как нам узнать, насколько вообще у нас готова курсовая работа? Подождите, что? А, 2 из 3. Нам еще нужен навык дебатов получить. Чем мы с вами обязательно и займемся? Да, Мирана? Я же надеюсь, ты курсовую пишешь? Да, она курсовую пишет. У нее тут какая-то любовь-морковь в мыслях. Ну, ее можно понять, да. Мы с вами в прошлой серии познакомились с парочкой парнишек, которых ничего не интересует, кроме компьютерных игр. Смотреть фильм. Да, она же у нас лежебока. Узнать лучше. Да, она же у нас... Я вообще их чё-то характер на самом деле толком и не знаю. Я как-то так не задумывалась. А, я же их, да, им рандомно выбирала этим генератором. Так, Мигелюшка пошел делать задание рыбной ловли на катушку. Когда у тебя этот предмет? Через 18 часов. Ладно, окей, допустим, допустим. С соседом у нас отношения изрядненько так упали. Раздражающие секреты. Мигель начинает сердиться из-за секретов, которые ему шепчут на ухо. Мирана дописывает черновик курсовой работы. Она может продолжить его редактировать или сдать как есть. А как нам понять? Так, это не то. У нас нет там ничего в этом, например. Давайте посмотрим. Курсовые. Курсовая. Сдать. Писать. Редактировать. Списать. Сдать списанную курсовую. Ага, смотрите-ка. Ну ладно, списывать я, наверное, не рискну. Давайте попробуем немножечко поредактировать. Туалет подождет. Так, а Мигель у нас получил, получается, навык рыбной ловли. Ловли. Епси! Слушайте, меня раздражает этот мужик. А он вообще живет с нами в общаге? Или он так? Он. Да, он наш сосед. Что-то я совсем об этом забыла. Ладно, окей, у него пропали сердитые мудлеты. Вмешательство в личную жизнь. Ее, походу, кто-то в душе голеньким увидел. В ночном клубе происходит потрясающая вечеринка. Не хотите ли сходить? Слушайте, а ее все так и подмывают. Так и подмывают. Вообще. Кинуть все и сбежать в клубешник. Как я ее понимаю, на самом деле. Ладно, давайте сходим. Так, она у нас что-то редактирует. Она у нас все еще редактирует свой курсач. Я, блин, не знаю. Если бы можно было посмотреть, там, не знаю, качество или что-то такое, я бы, может, что-то бы и предпринимала. А тут. Ой, да-да, я все понимаю, бесит. Я прекрасно тебя понимаю. Курсовики в универе та еще дичь, да? Ну, у нас уже, однако, 9 вечера на дворе. У нас тут какое-то мусорное растение выросло. Отлично. Как-то продать ее можно. Мусор овощей. Продать урожай. Давайте, что ли, избавимся от всего этого. О, давайте вот так сделаем. Вот, все. И тарелочку. О. Получен навык садоводства. Ну, пусть будет это растение. В принципе, оно так это стоит себе, есть не просит. Пусть, значит, будет. Давайте, вы знаете, что я хотела попробовать? Я вот хотела вот это попробовать давно. Кто там говорил, что я Мигелю не даю заниматься спортом? Вот, пожалуйста. Мячик, добавившийся к нам, собственно, с университетом. Ну, пусть понабивает, чё уж там. Должны же быть в жизни хоть какие-то развлечения, да? Миранка, ты у нас где? Ой, господи, Миранка, всё. Всё, родная, давай займись, наконец, с собой. Давай сходи по своим всяким там потребностям, пожри. Аня, еда ещё свежая. Отлично. Мигель чеканит мяч 20 раз подряд. Попробуйте побить рекорд в следующий раз. Ай, молодец. Ай, красавчик. Просто уах.
25-25-50. Ну, с домашкой у нас такое себе. Какие у него мудлеты? Мимо цели пропущенный удар. И недостаточно упражнений. Ага, то есть он же активный, значит, ему нужно как-то... как-то качаться. Во, вступить в спортивную команду. Посетить футбольный матч по субботам в 18:00. Надо обязательно сходить. Расписание матчей по киберспорту. Вступим, посмотрим, что это у нас за карьеру. Подождите, при чем тут карьера? О, вот, смотрите, игрок футбольной команды. Участник соревнований по киберспорту. Киберспорт, это у нас немножко не то. Я хочу, наверное, его в футбол отправить. Бесплатно с 18 до 21 по всем дням, кроме воскресенья. Мне кажется, это будет жопа, если мы туда в итоге вступим. Мне кажется, у него вообще не останется времени абсолютно ни на что. Но давайте попробуем. В крайнем случае уйдем. Первая тренировка, пятница, 18:00. Так, сейчас я хочу, наверное, чтобы он еще поделал домашку какую-нибудь. Какой у нас предмет пораньше начинается? 5 дней, 11 часов, 15 часов. По силе воды будем делать домашку. Да брось ты эту тарелочку, господи. Нафиг она тебе сдалась? Посмотрите, какие у нас тут милые семейные посиделочки. Она жрет пюрешку, потому что та еда, которую нам принесли, она уже завонялась изрядненько так. А он, в общем-то, делает домашку. Кстати, тебе, родная моя, тоже не помешала бы сделать по какому-нибудь предмету. Да, конечно, в общем, жесть просто. У нас тупо все время уходит на занятия в универе, на домашку и, в общем-то, все. Только-только. Ну и на потребности еще. А так ничего мы вообще больше не успеваем делать. Ладно, давай. Давай ты тоже у нас что-нибудь поделаешь. Аня уже спать хотят. Вот, блин. Через 16 часов снова работы на кухне. Ну вот, 5 дней у нас уже тут, однако. Снова работы на кухне. Давай, делай. И тебе нужно, конечно же, заняться курсовыми, дорогая моя. Потому что у тебя их целых 2. Это печально, я знаю. Я это прекрасно знаю. Не понаслышке. Да? Так, это, конечно, все прекрасно, ребятки мои дорогие, но все-таки как-то не стоит забывать об учебе, а то вон сидят, значит, базарят о чем-то. Ну, сейчас, я думаю, мы их спать с вами отправим. Наверное. Так, давайте-ка я вам, пожалуй, уберу общение. Давайте все-таки как-то не отвлекаться с вами. Вот, все, Мигель закончил. Мигель молодец, Мигель может идти спать. Ой, Мирана уже 6-й навык кулинарии. Вот чем на самом деле вот прям хороша учеба в универе, тем, что они очень быстро качают навыки. Хотя, слушайте, нет, по-моему, уже у нее и был 3-й уровень навыка. То есть она всего 3 прокачала уровня, так что я, наверное, с выводами поторопилась. Давай, Миранка, заканчивай, ложись спать. Продолжим, когда они проснутся, наверное. Так, Мигель у нас уже проснулся. Я его отправила снова улучшать свою презентацию в таком вот виде. И у него, да, у него уже начались, так сказать, занятия. Смотрите, кстати, она изменилась. Она была немножечко другая. Сейчас, как видим, она у нас какого качества? Обычное. Но обычное, наверное, всяко лучше, чем плохое, наверное. Так, давай мы с тобой выберем действие «Пойти на занятия». Вызвать дух острова, ё-моё. Так, а где? Я же видела это занятие. Вы чё? Oh, yes. Ладно. Всё, заканчивай. Господи, я опять листочек уронил. Какой дурашка, честное слово. Провести курсовую презентацию. Какой у нас? Всё, отправляйся на занятия, пожалуйста. Давай, приехать на велосипеде. Только не говори, что ты опять не можешь. Не знаю, то ли погода ему мешает, то ли что. О, аллилуйя. Игра меня сегодня просто поражает. Мы сейчас из-за его тормознутости опоздаем на занятия. Все, мы опоздали. Я тебя поздравляю, дорогой мой. Да, правильно, велик в комнате у соседей. Самое то. Ох, боже. Миран, ты-то хоть порадуешь, я надеюсь.
Так, это у нас грязная одежда. Мы ее можем, я думаю... Стоп, это не грязная одежда, а что это такое? И это какая-то хрень. Причем вообще понятия не имею, какая. Так, когда у нас занятия у Мираны? У Мираны занятия через 5 часов. Вот Миране хорошо. Основа работы на кухне. Основа работы на кухне — сдать выпускной экзамен. Ну ладно, значит, раз у нас тут только выпускной экзамен, значит, мы будем заниматься курсовыми по другому предмету. И нам уже тут кто-то приготовил еду, опять этот Вилдер. А где он, интересно, это делает? У нас же плиты-то нет. У нас же плиты-то нету. Все, Мигель отправляется на занятия. Он сердитый. Почему он сердитый? Раздражающие секреты. Какой же ты у меня странный парниша. Так, теперь Мирана у нас отправляется писать вторую курсовую по второму предмету. И я хочу попробовать на свой риск и страх сдать ту курсовую, которую мы уже с вами написали. Давайте попробуем сдать курсовую «Жевание изучения вкусов». Какое-то желание исполнилось, Мигель. Так, студенты другие учатся с большим усердием преподавать, посетить занятия по профподготовке. Давайте с вами пойдем еще на какую-нибудь консультацию. Так, а у нас... А, нам нужно домашку делать. Ну ладно, делай домашку. У него сегодня два предмета, к сожалению, так что ему не повезло. Еще и дождик начался. Прям вообще печаль печальная. Ты что там, с продавщицей заигрываешь? Ты не офигел ли? Ясно, он не пожрал и отправился делать домашку. Ну, в принципе, похвально, что могу сказать. Да, ни дождь, ни снег, ни град, ничто нам, так сказать, не помеха. Угу. У тебя, я думаю, тоже все пучком. Не знаю, мне уже самой начинает казаться, что это все весьма скучно и монотонно, все это дело. Занятие начнется через час. Все, Мигель уже пошел. Мигель молодец, Мигель умничка. Да, прямо перед дверями, так сказать, родного вуза готовится, зубрит, учит. Кому-то кто-то позвонил, ему звонят. Кто ему звонит? В клуб «Раскольники». Нет, не будем мы никуда вступать, и к нам пришел опять наш сосед. А наш сосед, типа, с нами учится вместе, или он... У нас, типа, с ним лекции совместные, я даже не знаю. Картина маслом просто. А, ну все, ты уже, значит, прям у входа в свое здание сделал домашку. Наверное, сделал же, и я надеюсь. Да, завершено. Молодец, умничка. Будем туда-сюда переключаться, у нее качается какой-то навык. Ну, судя по всему, это качаются видеоигры. Угу. Я сейчас хочу посмотреть, где у нас тут киоск ближайший. Где у нас ближайший киоск? Я хочу посмотреть, можно ли у нас купить какую-нибудь книжку по навыку дебатов. Мы можем кинуть. Так, она может продолжить редактировать или сдать как есть. А сейчас у нас, получается, сдает у нас курсовую работу по жеванию. Занятие, на которое записано Мирана, начнется через час. Вот, смотрите, она сдала курсовую работу. То есть у нас просто как бы засчиталось это задание под галочкой. Что-то мы уже с вами, чего-то мы уже добились, так сказать. У нас получается конец недели означает конец семестра, правильно понимаю? Я слышала, что занятие получается в четверке в универе, все обучение длится 21 день. Ну вот мы с вами посмотрим, что оно и как. Ну у нас уже есть одна курсовая, и это хорошо. А, я не знаю, сейчас, наверное, Мигеля мы с вами вызволим из универа. Узнаем, как у него успехи. Вот, кстати, я и нашла этот киоск. Замечательно. Замурчательно. Так, у него получается до 14.55, то есть скоро он у нас уже выйдет из этого. Ну что ж ты в туалет-то хочешь, боже? Тут поди и кустов никаких нет, чтобы, так сказать... разобраться с этим. А нету нифига. Так, а это что такое? Это еда. Поставили бы тубзик общественный где-нибудь. Честное слово. О, Мигель. Мигель молодец. Уверенно создает домашнее задание, выжимает из лекции все знания до капельки. Это хорошо. И это просто супер. И давай пойдем с тобой в киоск и попробуем купить книжечку, купить предметы.
Сейчас, наверное, еще под конец серии все-таки покажу, как они будут выглядеть в той университетской форме, которую мы с вами купили. Если я не ошибаюсь, кому-то из них мы купили толстовку, кому-то из них мы купили шапку. Да, это просто кошмарище. У нас, получается, есть учебники по нашим разным, так сказать, предметам, да? Но книжки по навыку дебатов я, если честно, тут не наблюдаю. Тут я вижу учебник по биологии, учебник по кулинарии. В принципе, может быть, даже я бы приобрела это все, потому что я думаю, это нам понадобится. Мини-холодильник, мольберт, но это все немножко не то. Ладно, все-таки фиг уж с ним. Играть в пинг-по. Ой! Смотрите, что тут за движуха происходит, ребята. Тут у нас сегодня какое-то мероприятие проходит. И посмотрите, дракошек. Слушайте, я просто обязана продолжить эту серию. Смотрите, это получается талисман универа. Давайте с ним селфи сделаем. О, а это у нас Фоксбери пришел, этот талисман. Сделать селфи с талисманом команды. Я просто обязана это сделать. Это девушка, Бекка Кларк. Так, а ну. Смотрите, сколько тут классных студентов. Может, мы сейчас тут кого-нибудь подцепим, не? Так, давайте эти. Вот эта рыжая тёлка нам тут мешает, если честно, немножечко. Ну, рыжая, блин, уйди. Так, что мы еще с ним можем сделать? Давайте попробуем талисманом команды опрыскать. Давайте дадим 5 ему. Миран, давай иди сюда, у нас тут, смотри, какая движуха. Какая у нас тут движуха? А ты у нас кто? Это у нас парень. Мы, наверное, сейчас напакостим талисману другого универа. Ну так, чисто по приколу. И там, походу, можно подходить что-то брать, да? Ну дай ты 5 ему, господи. Я не знаю, попало ли это в кадр или нет, но... Так, а ты у нас чё? Опрыскать вонючим спреем. Я не знаю, хорошая ли эта идея. Мигель должен отправиться на футбол через час. Да. Все, молодцы, напакостили. Так, здесь у нас что? Взять стакан с соком. И ты возьми, взять стакан с соком. Слушайте, прикольная штучка. Вот, узнаем что-то новое. На пути к славе. На пути к славе. Все тут у нас столпились сегодня. А что вообще это, интересно, за мероприятие такое? Если честно, я не в курсе. О, драка. Этому красному этому оторвали голову. Раку. Миран у нас тут, вон, видите, прям в центре внимания. Да, и теперь Мигель его обрызгал, и теперь он, так сказать, воняет. Давайте играть в пинг-понг, давайте с этой, с Беккой сыграем. Мне нравится, что у нас уже что-то тут отличается от того, что было все предыдущие дни. Лилит Новосельских, соперник Бридчестера. Так, а ты у нас соперник Бридчестера, член безобразников Бридчестера. О. Блин, обожаю играть в пинг-понг. Сама давно не играла. Ну, зато есть что вспомнить, зато с дракошкой поиграем. Да? Так, кто тебе? Да не хочу с тобой общаться. Девушка, женщина. О, смотрите, Мигель у нас уже отправился, получается, в эту, в спортивный клуб свой. Смотрите, какой красивый в этой зелененькой форме. Так, с чем мы еще тут можем сделать? Тут у нас все переодеваются в форму. У нас есть, кстати, какие-нибудь действия? Поддержать Бридчестер. Давай поддержим. Ну, все, дракон. Все, дракоша. Ага, вот как оно, значит, выглядит. Матчи по киберспорту проходят в 6 вечера.
Билеты можно приобрести на стадионе перед началом матча. То есть у нас сегодня получается матч по киберспорту. Так, Мигель отправился играть в футбол. Это хорошо. Давайте еще с дракошиком пообщаемся. Смешно представиться. Давайте тоже сделаем селфи. Да, все, короче, рак у нас немножечко в печали. Рак у нас немножечко вонючка. А, это она все еще поддерживает. Это такое долгое действие, оказывается. Я что-то, если честно... Опасный выбор. С трибун бросили пляжный мяч на поле. Попадите футбольным мячом. По пляжному мячу крикните, чтобы привлечь внимание судьи. Давайте попробуем попасть. Мигель демонстрирует свои прекрасные навыки игры в футбол. Попадает мячом по пляжному мячу. Но, к сожалению, мяч отскакивает. Попадает прямо в лицо игрока по команде. Наносит ему легкую травму. Упс. Я этого, если честно, не хотела. Но жизнь жестока и несправедлива. Все, с этой мы тоже салфанулись, так что все супер. Давайте посмотрим, что у нас за мероприятие тут такое проходит. Как оно называется, мне просто интересно. Дракончику мы явно понравились, несмотря на то, что это девушка. Так, то есть смотрите, видите, этого мероприятия тут нигде нет. То есть непонятно. Ну ладно. Ладно, сейчас, наверное, продемонстрирую тогда вам, какая у нас есть университетская форма. И тогда на этом мы с вами попрощаемся. Поболтать с Беккой. Ну, болтай. Вот, только посмотрите, как у нас Миранка наша выглядит. Я так понимаю, та самая толстовка, которую мы купили. Ну, насколько мне, конечно, известно. А давайте, знаете, что попробуем? Купить и надеть... Давайте шапку купим Бридчестера. Просто такое чувство, что шапка почему-то у нас не добавилась к нам в наши наряды. Но давайте попробуем. Вау, посмотрите, вау. Вот да, такой шапки я еще не видела. Ну все, ребят, на этом я могу спокойной душой закончить серию. Че у нас за мудлет? Гордость за школу. Университет, в котором учится Мирана, без сомнения, лучший. И она заснула. Угу. Все, до встречи в следующей серии. Если вам понравилось, то можете поставить лайк, подписаться на канал, оставить какой-нибудь комментарий и подписаться также на мою группу ВК. Всем до встречи в следующей серии и всем пока.